Будні українського суспільного радіо 87 FM. 87,5 FM. Слушаєте, ні? Тоді прямо зараз починаєте слухати. Я вам покажу будні цього радіо. Зараз ми їдемо на телевізійну 3. Машинка мене вже чекає. Приветствую, Виктор Иванович. Не можешь ты без своих причиндалей. У нас будет видео называться «Будни, рабочие будни Украинского суспільного радио». 87,5 FM. Так. Понял? Я понял. Рекламирую ваше радио. Безкоштовно. Это просто мы... У нас немає стільки коштів заплатити вам за таку рекламу. Пиво безалкогольного пиво нальёшь. Безалкогольного. И будем в расчете. Да не, ну ведь вышло. Для меня большая честь рекламировать, как оно раньше было, да ведь Днепропетровское областное радио называлось. Ну да, украинское радио, оно и было всегда. Просто Днепропетровское называлось, потому что выходило на... Область. На область, да. Я сейчас понял. Оно называется Суспільне украинское радио. Кто не понимает украинского, перевожу. Общественное украинское радио. Да. Так, ну что, едем, как я и сказал, друзья, на телевизионную 3. Ну, сначала на подстанцию заберем нашего политического обозревателя, газеты «День» всеукраинской, Юрия Рахеля. Сильнее его на Украине, я считаю, на сегодня нет политических обозревателей. Ты имеешь в виду, он и аналитик, политический аналитик? Он аналитик, он... Причем любая тема политическая, международная, человек может, так сказать, часами обсуждать. Со знанием дела, со знанием предмета, естественно, называя неимоверное количество фамилий и... Аргументы. Национальностей, там, допустим, Сирию берем. Конфликт в Сирии ведь он непростой там. А какая сегодня тема будет? Сегодня тема у нас 75-летие открытия Второго фронта. Очень интересная тема. Она в Советском Союзе, она была, понимаешь, настолько преуменьшена. И... Почему? Ну, потому что... Товарищ Сталин очень большое значение придавал открытию Второго. Большое значение придавал с 41-го года, да, ну, 42-го, да, особенно. Да. А начиная с Тегеранской конференции, еще больше он увлекся этой темой. Для молодых людей, которые не владеют информацией, объясню. Тегеран – это столица, в которой в 43-м году проходила конференция. Кстати, рекомендую посмотреть фильм, да? «Тегеран 43». Чтобы немножко быть в курсе. Да, в ноябре должны открыть. Построили? Ну, меньше, чем за год. Ну, довольно быстро построили, да. Блин, продать не могут никак. А ресторан какой был там? Я был два раза в этой старой башне. Да, раза два. Ну, мне не особо понравилось. Там как-то это тесненько было. Ну, вот для сегодняшнего... Можем спорить хоть сейчас. Не на лимонад. Думаю, не разложат. Про Меланию Трамп все время. Да, да, да. И кто следит, должен за Меркель, ну, там. Конечно. Вот, тихай. Но я, например, совсем... Ну вот, друзья, мы и приехали на телевизионную 3. Сегодня у Виктора Ожогина в гостях Юрий Борисович. Не в гостях, это уже... Ну как, в гостях на радио у тебя. Здравствуйте. Мы идем в студию. Я скажу, что у Юрия Борисовича дом родной, он не только здесь. Так, ну мы зашли сюда. Друзья, вы уже знакомы с этой комнатой. Ну, те знакомые, которые видели радиопередачу со мной, когда мы беседовали. Я вот был в гостях у Виктора Ожогина. Недавно ссылочка будет всплывать вверху. Посмотрите. Я думаю, и наша общественность, она воспитана на советском историческом опыте. Поэтому не до конца понимает
значение. Ну, я думаю, Юрий Борисович сегодня тему раскроет. Конечно. Все, слушаем вас. В этом даже нет никакого сомнения. Вы слушаете программу «Тема дня». Вас вітає режиссер трансляции Олександр Сокач, ведущий прямого эфира Виктор Ажугин и наш постоянный политический оглядач. Політичний оглядач всеукраїнської газети «День» Юрій Борисович Райхель. Війну тільки 6-7 декабря 1941 року. В той момент армія Соєднаних Штатів насчитувала 120 тисяч чоловік. Вооружена вона була крайне устарівшими танками в кількості 1000 штук. Все одно, все одно. Англійські війська понесли потери в Малайі, в Бірмі. И на востоке Индии. И немецкие в соотношении 6-1, а по некоторым кораблям. В чем Советский Союз и Красная Армия прекрасно знал. Тем не менее, Рузвельт определил задачу. Саш, еще раз уже, Сань, встань по свету. По свету. О, еще раз, привет, Сань. Вот это лучшее в мире. Как там вас называют? Звукач, да? Звукорежиссер. Ну как, коротко вас называют? Звукач. Звукачи. Кстати, еще одна. Вот такая у него здесь аппаратура. Полная недооценка итальянского фронта. А ведь 23% немецкой армии находилось в Италии. Засереджено в Италии, сам. Более того, в самый разгар Курского сражения, когда немцы еще наступали, в частности... А это кто, Саня? А это Максим, он на выдаче дежурит, на выдаче эфира, он контролирует Киев. Еще один главный человек. Привет, Максим. И две, и три пехотных дивизии. Да нет, на выдаче прямого эфира. Незаменимый человек. Четко распланированную дезинформацию. Состояние было пропустить большое количество кораблей. Плюс туда забрасывалось большое количество агентуры Англии. Операция так называемая с картами. Ну, на цьому ми закінчимо нашу програму, шановні радіослухачі. На хвилях Дніпра ви слухали програму «Тема дня». І сьогодні з нашим політичним оглядачем Юрієм Райхелем ми розглянули тему 75-річчя з дня відкриття другого фронту. Спасибо, Юрій Борисович. Надіюсь, тепер і молодіж. Хоть что-то будет знать вкратце. Ну это как это? Галопом по Европам пробежал. Да, вот. Да, ну хоть что-то вы будете знать теперь, это я к молодежи обращаюсь, о втором фронте. А то вы вообще, наверное, не знаете, что это такое второй фронт. Да? Все, спасибо, Юрий Борисович. Ну, друзья, на этом еще не заканчиваются будни радио. Мы продолжим через одну минутку, мы поедем за нашим другим не менее интересным гостем. Участником этих боевых действий. Человеком, который прошел всю войну. Страшно. От начала и до конца. И участвовал в параде победы. Я вам скажу, у этого человека 3 ордена Красной Звезды, 3 ордена Отечественной войны, 2 медали за отвагу. Вот, едем. Это страшная идея. Прапорщики становились олигархами в это время. И правильно делали. Так, это, друзья, да, друзья, едем мы на левый берег. Друзья, только чтобы у вас не сложилось мнение, что мы за каждым, да, участником на радио едем его забирать и потом отвозим домой. Нет, за Иваном Ивановичем мы едем, потому что человеку, извините, 97 лет. 97 лет. Потому мы его заберем и отвезем. А так все участники самостоятельно приезжают на радио для участия в прямых эфирах. Ну это так, для информации. Все, хорошо. Здрасте, Иван Иванович. Что как такое? Вы себя чувствуете? Кому это нужно? Зарадок. Это надо нашим следующим поколениям. Так без формы, без ничего. С формой мы с вами снимем интервью. А это же радио. Идемте, вон машина ждет. Идемте. Так, друзья, снова мы прибыли на телевизионную 3. И сейчас будет эфир
с Іваном Івановичем. Вас вітають режисер Олександр Сухач, ведучий прямого ефіру Віктор Ожогін. І наш гість, дорогий гість сьогодні у нас, дуже шановні радіослухачі, це Іван Іванович Горбенко. Ветеран Великої Вітчизняної війни, який пройшов усю війну від початку до її закінчення. Учасник параду перемоги у Москві на Червоній площі у червні 1945 року. Ми бачили, що над Запорожжем це розриви якісь, розриви. І потім от тут, де це мост проходить, Алексеєвський. А уже поздно. Да. Как вас зовут, девушка? Меня зовут Анастасия. У вас что, обеденный перерыв? Да, немножко отдохнем сейчас. Девушка, а вас как зовут? Светлана. А кем вы работаете здесь? Я ведущая программы «Тема дня». Я нисколько не пишу. А вас, девушка? Меня зовут Марина. А вы кем здесь? Я тоже работаю на радио. Снятся сны. Ведет тоже программа «Тема дня». Мы работаем только в эфире. Друзья, видите, какие замечательные девушки работают на украинском Суспільного радио 87.5 FM. Если вы еще не смотрите, быстрее ищите в интернете и смотрите это радио. Рекомендую. Приходите к нам в эфир. Ну, те, кто наблюдают за моим каналом, вы, конечно же, видели, что я уже был здесь в эфире. Светлана, а какой гость тебе запомнился вот в эфирах самый большой? Мне запоминаются гости, это обычные люди, у которых какая-то есть проблема, и мне очень нравится им помогать решать эту проблему, потому что когда запускаешь мощную информационную волну, то можно решить проблему простых людей, даже если они борются с какими-то там олигархами или чиновниками, это очень помогает. И я очень радуюсь, если я могу помочь людям. Вот мне нравятся именно вот такие вот эфиры, острые эфиры, шикарные эфиры, журналистские расследования. Ну, мне нравится немножко другое. А мне собаки нравятся. Мне тоже нравятся собаки. Рекомендую вам провести с экспертом-кинологом каким-нибудь. У меня было два эфира по собакам, по поводу того, как травят собак, про докхантеров. Я тоже беру такие опять травят, а я вообще о жизни собак запишите. Это не наша, это не суспільно-політична тема, я не занимаюсь понятно. Суспільно-політичними темами, мы работаем только в этом жанре с Мариной. Да? Понятно. Ну, друзья, все на 87.5. Саш, а ты давно здесь работаешь? Давно. Давно? А сколько лет уже вот занимаешься? Звукорежиссурой? 20 лет уже, да? Представляете, друзья, это спец, уже без шуточек, спец своего дела, профи. Саня, а тебе какой самый больше интересный гость? Вот, за твою длинную режиссуру запомнился. Очень интересно. У нас только три. И потом еще выделить конкретно. Ты можешь никого, да? Да. Это зависит от того, как в данный момент интерес проявился. Вот. Зацепило, я все понял тебя. Сегодня я блондинок люблю, а завтра бренные так. Не совсем. Смотря какая тема на данный момент актуальна. Ну, смотри, сегодня у тебя Иван Иванович Горбенко. Я считаю, таких людей вообще в бывшем Советском Союзе, наверное. И потом, когда я в отпуск приехал в 45-м году, то ни Маляренко, ни этого уже не знаешь. Потому что хорошо, Сань, работай, не мешаю. Они воевали или их расстреляли. Это ваши одноклассники. Одноклассники ваши. 50 тысяч артиллерии и минометы участвовали. И участвовало около у нас. И немцы понесли это, потери свои. Это. Наша страна потеряла около 900 тысяч. Очень много потеряла. Много танковыми ударами и клинями зажать. И они заправляли свои это, ремонтировали подводные лодки, которые, значит, охотились за нашим Балтийским морем, за нашими кораблями.
И вот когда нас вывели, когда нас вывели. Да, питання задати вам. Коли ми їхали сюди, ви сказали таку фразу, що із 100 чоловік, яких призвали в 41-му році, додому повернулись 2 чи 3? 3. 3. У тому числі і ви повернулися. 3. Діло в тому, що я повернувся. Кавалер трьох орденів Червоної зірки, трьох орденів Великої Вітчизняної війни, медалі за відвагу. Коли ми сьогодні згадали, що він закінчив школу 22 червня у селі Покровському Нікопольського району Дніпропетровської області. Все вам а тепер ще з концерта каналу Інтер України про ті важкі часи. Спасибо вам, большое спасибо, що ви мені желаєте. Дякуємо, Іване Івановичу. Програму підготували режисер Олександр Сохач, ведучий ефіру Віктор Жуя. На все добре, до нових зустрічей в ефірі, шановні радіослухачі. Ну от так, друзі, а будні радіо FM 87.5 не закінчуються. Зараз ми відвеземо Івана Івановича додому. Тільки, як я вам говорю, не подумайте, що ми всіх возимо на радіо, возимо і привозимо, щоб у вас не склалося таке враження. Просто Іван Іванович все-таки 96 років, я ошибся, я сказав 97, 96 йому буде в октябрі. Потому и за уважение, и, конечно, и к возрасту, и к заслугам этого человека мы отвезем его, конечно же, домой. А так все ходят пешочком сюда. Никаких такси здесь не бывает. Может быть, тогда я что просил? Давайте чайку. Виктория, нет. Самый главный человек на радио. До свидания. Так, так, так. Иван Иванович, победитель вы наш. Освободитель, победитель. Спасибо, что вы есть. Спасибо. За все вам спасибо. Завтра на мемориале я буду. Я поеду. На Клочко, на мемориал. Там братская могила. Я буду. Я буду, Иван Иванович. Сниму. Тем более у меня этого нету памятника. До свидания. Будете звонить? Да. Привет от Виктора. Все тогда, поехали, ну, все, поехали, да. Ну все, поехали. В лагере. И заеду до тебя, тебя заберу и подружу. Давай. Ага. Да, это наш автовокзал. Мы едем сейчас уже домой, друзья. Заканчивается рабочий день на Суспильном радио. Да, ну вот так вы увидели, друзья, как прошел один рабочий день на бывшее, как оно называлось, Днепропетровское областное радио. Сейчас оно называется Украинский Суспильный радио 87.5. Напоминаю его, кто не слушает, слушайте. А завтра у нас 22 июня. Завтра была война. Фильм такой есть, кстати, советский. «Завтра была война». Советую посмотреть. Вот. Ну, что еще сказать в завершение, Виктор Иванович? Вот так вот рабочий день прошел. Интереснейшие встречи. Да, с Юрием Борисовичем Райхель говорили о Втором фронте. И о самом участнике Ивана Ивановича вы видели, да. Уникальный, я считаю, уже человек. Таких людей уже, наверное, уже и нет. Вот такие вот дела. Так что с вами был Виталий Пискун, канал Vital V, Виктор Ожогин, ведущий Суспільного українського радіо. Проездом из Барселоны. Все, пока, друзья. До свидания.